Всем привет! Сегодня буду готовить зеркальную глазурь или глиссаж, как он еще называется. Для этого мне понадобится 150 грамм либо шоколада, либо шоколадной плитки. Далее 75 миллилитров воды, 150 грамм инвертного сиропа глюкозы, Затем 100 грамм сгущенки. 12 грамм желатина плюс 50 миллилитров воды. Я уже его замочила, он уже набухает. И 150 грамм сахара. Сейчас я отмерю 150 грамм сахара, 150 грамм сиропа глюкозы и воды. И поставлю это все на плитку, чтобы сахар растворился, то есть довести его до горячего состояния. 100 грамм сгущенки я добавила к шоколаду. Не забываем помешивать сироп глюкозы с сахаром, чтобы ничего не пригорело. И когда оно растопится, я отправлю в микроволновку желатин растопиться. Сахар полностью растворился. Сейчас я шоколад с сгущенкой залью вот этой смесью сахарно-сиропной. Еще мне понадобится диоксид титана. Это белый краситель. Он нужен для того, чтобы потом получить яркий цвет, когда мы будем окрашивать эту глазурь. Но так как здесь белый шоколад и сгущенка не дают желтизну, чистый цвет уже не получится. Для этого я добавлю диоксид титана. И теперь я оставляю буквально минуты на 3-4, чтобы шоколад подтопился, пока растоплю желатин. Итак, прошло время. Я растопила желатин в микроволновке, чтобы не было никаких комочков. И можно уже начинать мешать нашу смесь сладкую. Шоколад еще не полностью растворился, но мы ему немножко поможем. Пока смесь горячая, шоколад хорошо растворится в этой смеси. Шоколад полностью растопился. Теперь я добавляю сюда желатин. Потихонечку его выливаю. И все еще раз размешиваем. Вот такая смесь получается. Ее можно использовать как для подтеков на торте. В моем случае это будет муссовый торт. Я для него приготовила такую глазурь. Сейчас ее нужно процедить, потому что диоксид титана мог просто не раствориться, не все крупинки, и потом он будет некрасивыми крупинками на торте белые. Поэтому я сейчас возьму все это дело, процежу. Вот про эти крупинки я вам говорила. Это диоксид титана, который не растворился. Теперь я перелью обратно в ковшик, накрою пищевой пленкой вровень, прям чтобы касалось глазури, и уберу в холодильник до того момента, когда мне нужно будет использовать. Окрашивать я ее буду тоже, когда буду делать уже сам торт. В общем, вот такой вот сегодня у меня рецепт.
зеркальной глазури. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.